Помнишь 2011? Эту графику. Музыку. Эти до боли знакомые звуки. Помнишь, как в одном бою советский танк 9-го уровня ИС-4 сражался с топовым американским тяжем Т-30? Рядом кого-то ваншотил квас, а происходило все это на карте топ. Мы тоже помним. И вернем тебе те самые танки. Три нации. СССР, Германия, США. И один легендарный китаец. С обрывов можно свешиваться, но невозможно съехать. Артиллерия не оглушает, но может прислать бронебойный. Лампочки нет ни у кого в принципе. А еще общий чат. Голдовые снаряды только за золото и многое другое прямиком из прошлого. Чтобы установить World of Tanks Classic, нужно скачать специальное приложение Wargaming Game Center. Сделать это можно двумя способами. Кликнуть по порталу в ангаре или ввести вот classic.ru в своем браузере. Жми кнопку «Скачать». После этого кликни по изображению. Игра предложит выбрать папку для установки, а потом начнется скачивание. Размер клиента значительно меньше текущей версии, так что ждать придется недолго. Все. Осталось только запустить игру и окунуться в теплую ламповую атмосферу обновления 0.7.0. С 29 марта по 3 апреля присоединяйся к захватывающему путешествию во времени. Вспомни те самые танки вместе с World of Tanks Classic.